ну, когда исчезли национальность паспортов, как-то я так был в недоумении. Господь сотворил все народы, но каждый народ обладает своей самобытностью. И чем уникальна Россия, что это такой котел, где как-то сплавляют, как-то плавятся, вместе живут многие этносы, народы, культуры, религии. И, в общем-то, это уже сложившаяся такая цивилизация, и она уникальна именно вот своим таким вот единством во многообразии. И, на мой взгляд, в общем-то, человек вправе гордиться, что он принадлежит какому-либо народу. Я русский, этим горжусь. Поэтому мне будет приятно считать, что я русский.